Всем привет, друзья, с вами Влад. В этом видео я играю против Ренона на ножах. Всю карту. Я буду плендить и диффузить, он будет... Короче, мы будем только на ножах. Полностью все правила из закладки бомбы. Ренон, привет, кстати. Я, кстати, ребятушки, немножечко приболел. Так что в основном будет разговаривать Ренон. И я свое обещание не нарушу, то что я буду снимать каждый день видосики. Алло, ты тут, Ренон? Ну да. Ну я буду говорить, но немного. Потому что я не могу прям длинные предложения слаживать. Я тебя сейчас ищу, тупо по фану бегаю, но найти не Я могу. тоже. Я уже почти на Только на ножах. Нет, не трогай меня. Не диффуз. Нет. Ура! Я выиграл. Фух, так. Что такое? Кстати, ребятушки, видите, какой я трейдер? Я словил с наклеечками крутыми у какого-то пацанчика. Так, найн. Хочешь, покажу, кстати, тебе, Ренон? Ты где? На. Как тебе? Нравится так, Найн? Я отлетел. Да нет, я просто плентил спокойно. Ты же смотришь, так, Найн. Но это ты в крысу меня убил, получается. Жесть, я не знаю, что будет дальше. Какие я буду потом снимать ролики, типа я ж... Я вообще сейчас еле дышу. Как ты издалека так меня убил? Прикол? А ты... Я хотел кинуть калаш? Я отошел, и ты меня издалека убил. Мне так показало. Не знаю. Ну, бабочку прикольно крутить. Я ее уже 3 раза пытался продать, но на нее постоянно цена падает, и я не хочу за маленько продавать. Бегаю. Я вообще не знаю, где ты. Да! Найс! Найс! Я тебя порезал. Ну это прикольно. Сейчас сказать. У нас одинаковый пинг. Но это типа уже не знаю от чего зависит. Лол. Ну у меня то же самое было, типа, ты мне вообще издалека как-то ударил. Раунд. Чё-то легко. Все, я понял. Не, я понял, я понимаю. Что ты понимаешь? Что ты проиграешь, да? Я понимаю, что я проиграл. Но я боюсь тактика. Ты сейчас выиграешь? Да, смотри. 100%. Что на там флешки соединяешь? Где кидаю? Вот упрыгнул. Ой, ой. Ох ты ж.
нравится он. Страшно. Ухожу. Я тут. Я швакнул тебя, кстати. Нечестно играешь. Читы удаляй. Да. Ля, кстати, я авик снял сейчас. Типа, ну, в инвентаре просто стоит авик. Я его снял и сейчас в руке держу. Он такой странный. Типа обычный, знаешь, типа зеленый. Так давно с ним не играл. Такой прикольный. Да ну блин, я тоже тебя... Ты надалеке как-то меня режешь. Сдалека. Я за угол стоял, другой заворачиваешь, я тебя убиваю. Ага. Я понял. Будем действовать, действовать как проигроки. Посмотрим. Да. Попал? Ты меня пингуешь? Нет. Да! Ты меня пингуешь! Блин, у меня 97 пинг, 123, капец. Я проиграл, походу. У меня пинг поднялся в тот момент, когда я тебе встретил, прикол. Так. Ты хочешь, чтобы тебя парить? Давай, попробуй. Да ну нафиг. Чё, раскидки ба? Ага. 5 на Б, да? А чё такое? Всё понятно. Смотри, врываюсь. Спорт. Да нечестно, ну блин. Как? Ну блин. Сложно играть. Боже, у меня дигл стоит больше, чем даже тыгнайся трек. Серьезно? Да я не знаю. Я в тебя нет, я прям сбоку за ящиком был. Чего? Я за ящиком был. Чего? А почему ты меня на радаре нет? Ну потому что я типа спрятался и... Ну, именно я был за ящиком. Он на радаре не палится. Не знаю, странно. Ну нафиг. Я еще раз был на А, и теперь туда пошел, да? Ну да, это такая тактика. Предсказание. Ты бой хочешь? Фу. Ты опять на расстоянии, но я отошел от тебя. Ты вообще... Ты мне на расстоянии был, типа, я тебе все равно, типа, не... Что за бред? Не знаю, ты спиной повернулся ко мне. Я вообще стоял, типа...
Ну, забей, короче. Что-то странно. Боже, Не, сейчас пиксель. точно Кстати, надо. пиксель. Слышишь, так. АКР-12, пиксель, он топовый, реально, статрековский. Хочешь посмотреть? Почему? Потому что слишком красота его затмит. Того я тебе покажу, только не убивай. Окей, окей, ты где? Я на Б выбросил. Ой, не на Б, а на твоем спавне можешь идти забрать. О, какой красивый штаб. Не на Б. Тут что? Я на пошел, ну ты помни. Здравствуйте. Hello. Где ты? Чё ты в воздухе? У меня пистолетик взялся. Все, я проиграл, походу. Дефусь, дефусь, дефусь. Всем спасибо за просмотр, ребята. Если нравятся подобные ролики, ставьте лайки и ссылка в описании на Ренона. Да, всем пока, удачи.